Всем доброе утро. Good morning, hello, bonjour, shalom. Доброе утро, дорогие друзья. Всех с добрым утром. Кто на уроке у нас? Так, все, сейчас собирается у нас. Собирается аудитория. И мы продолжаем изучать. Лефименко Антон, приветствую. Влад Косов. Шалом, у нас прям реально уже все больше и больше участников уроков. Яков Шатадин смотрит нас, отлично. Все, Барух Ашем, Барух Атоды, Шоколь Медру. Тони Кауфман. Все молодцы, кто установили для себя время изучения Торы. 10.00 до 10.20. И потом советую еще чуть посидеть, подумать, обдумать, что вы сегодня, да, что вы узнали, как это применить в жизни и как это распределить. Интересно, что я сегодня, когда бегал с утра, я подумал, ну, я бегаю и брахот говорю иногда, да, во время бега, тоже интересно. И вот все же брахот, они говорятся в форме такой, барух, благословен, ата, ты, Бог, да, Ашем Элокейну, Бог Всесильный наш, Мелех Аулам, Ашер Кидушану, который выделил нас, то есть во множественном числе не говорится, который выделил меня, а именно выделил нас, то есть идет такое убирание эго и объединение с другими, со всем еврейским народом, Кидушану Бумитсватав. И весь смысл брахот, благословения, это что вот Бог выделяет. Когда ты делаешь заповедь, то ты в этот момент через эту заповедь, то есть заповедь это приказ Бога, ты выполняешь приказ Бога, и этим ты поднимаешься как бы на следующий уровень, и в этот момент к тебе приходит больше вот этого божественного света, который ты можешь воспринять только, когда ты становишься сосудом, который в состоянии это воспринять. И получается, что каждая заповедь, то есть свет божественный идет без остановки, вообще сияет, прям жух, идет. Теперь, а вот насколько ты можешь его, этот свет получить, это зависит уже от тебя. А как себя подготовить к этому свету? И опять мы приходим к Мишле, в которых написано, что нер мицва, каждая заповедь, это как свеча. То есть ты заповедью, ты себя готовишь как бы к получению света, как свеча. Ветора ор. А Тора, она дает тебе прям шух, свет в тебя вообще шарашит без остановки. Ведера хахаим тахот мусар. Но ты должен все время себя загонять на этот путь жизни через увещевания нравственные. Понятно, да? Хорошо. А можно ли во время бега сосредоточиться? Да, именно я только во время бега я могу сосредоточиться, потому что я вначале, и поэтому я и говорю иногда, вот если мне удалось сосредоточиться, то бег же это как медитация, когда заходишь во внутреннее пространство и убираешь мысли. И вот когда полностью заглушить вот этот вот обычную мыслемешалку о прошлом, о будущем, о каких-то там планах, о проблемах, воспоминаниях и так далее, если все это заглушить и включиться в, вот просто в момент здесь и сейчас, и потом в этом состоянии говорить брахот там, или, это как медитация, то есть неважно, для меня бег это как медитация. Можно сидя успокоиться и выключить вот этот вот мысли, которые все время уносят человека в прошлое или в будущее. Можно во время бега, можно во время ходьбы. То есть, в принципе, медитация есть во время всего. То есть, когда ты сосредотачиваешься на здесь и сейчас и начинаешь наблюдать за собой, то ты выходишь в это состояние, в котором ты находишься. Вот именно то, для чего и нужна медитация, научиться входить в состояние осознанности. Хорошо, а сегодня мы продолжаем изучать Пиркей Авот. Пиркей Авот, и сегодня у нас вторая глава, вторая мишна. И Рабан Гамлиэль, бношили Раби Иуда Анаси, то есть в том мишне Раби Иуда Анаси нам сказал, что как выбирать, да, что он сказал, что вот нужно выбирать путь, который прекрасен для тебя и прекрасен со стороны людей, быть осторожным в легких заповедях, как тяжелых. Нужно обдумывать убыток от заповеди или там, ну, в общем, и так далее. Нужно считать. Теперь говорит нам его сын, Рабан Гамлиэль, бношили Раби Иуда Анаси,
О, Наташа Блава в Иерусалиме, отлично. Значит, он сказал так, Яфе это прекрасно, Талмуд Тора, изучение Торы, им дерехерец, соединять это с путем земли. Значит, что он имел в виду? Он имел в виду, что вот есть изучение Торы, то есть ты садишься и начинаешь изучать Тору. И вот можно, изучая Тору, прийти к состоянию, о котором сказано в следующих главах будет в Пиркей Авот, сказано, что тот, кто на себя берет ярмо Торы, с того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. Шалом, шалом, Анжелика, да. И значит, с того, то есть, когда ты погружаешься именно только в божественную реальность, то есть тебя ничего материальное не интересует, и ты реально, вот целый день ты прикрепляешься только к Богу, учишь Тору, то ты попадаешь в реальность, в которой еврейский народ был в пустыне, когда Бог давал ман. Теперь он давал ман каждый день, даст Бог день, даст Бог пищу. Он давал только на один день, а перед шабатом он давал на два дня. И в принципе, когда погружаешься в изучение Торы, то это гарантированный приход еды и всего необходимого на день, перед шабатом на два дня. То есть те, кто учат Тору, они знают, что Бог обязательно о них позаботится, но в эту заботу не будет включен Мерседес, там квартира постоянная и так далее. То есть это как Бог давал Тору в пустыне для тех, кто кушал ман. И он их водил по пустыне, давал ман, даст Бог день, даст Бог пищу, все. Понятно, да. Поэтому на два хлеба в шаббат благословляют. Правильно говорит Ирина Манучарян. Но сказал нам Рабан Гамлиэль, Яфе Талмуд Тора им дерех эрец. То есть, если ты учишь Тору и совмещаешь ее с путем земли, дерех эрец, да, это работа, это жизнь, как бы интегрированная жизнь в материальный мир, то это он сказал прекрасно. Он не сказал, что это обязательно, он не сказал, что это единственно возможный вариант, он не сказал, что это лучший вариант для каждого, потому что есть люди, которые для них... Духовность, она настолько важна, что даже были такие мудрецы, есть Пиркей Авот Бен Азай и Бен Зума, два великих мудреца, которые даже не женились. Они не женились, потому что они не могли как бы опуститься в этот материальный мир и заниматься, то есть не могли, понятно. Значит, но, сказал Рабан Гамлиэль, незапрещенный вариант, я в этом утраем дерахерец. Насколько вот эту пропорцию сохраняет? Может быть, с утра 20 минут, с 10 до 10-20 поучить Тору и весь день заниматься дерахерец путем земли, грубо говоря, да, материальным миром. Можно час поучиться, можно вечером еще час, можно полдня поучиться. Есть некоторые люди, день в неделю полностью выделяют на учебу. Это выбор человека. То есть это выбор человека, у нас есть полный набор возможностей. К чему этот выбор ведет? Есть известная очень в начале Торы, известная история, как у Адама Ришона, первого человека, было два сына. Одного звали Каин, другого звали Эвель. И Каин, он был земледелец, да, то есть он обрабатывал землю, а Эвель, он был пастух. И вот, значит, Каин, ему пришла в голову идея такая, принести в жертву, жертву Богу принести, да, то есть он плоды земли решил принести в жертву Богу. И он принес, говорит нам устная Тора, что он принес семена льна, то есть такое себе, то есть пшеничку он себе оставил, там всю такую серьезную еду он себе оставил, а семена льна он решил принести в жертву Богу, принес. Ну, все равно же принес, да, то есть он как бы, он подумал, он, это его идея была, да? Эвель, когда эту идею услышал, он говорит, а я принесу, и написано в Торе, что он принес лучшее из того, что у него было, он взял лучших овец, самых таких, и он Богу принес их жертву. И написано, Бог принял жертву Эвеля, но не принял жертву Каина. И дальше, что с ними произошло? Каин начал завидовать Эвелю, Каин напал на Эвеля, и Каин убил Эвеля. Вот это путь праведника. Как вы думаете, Эвель расстроился? Эвель, у него само имя, Эвель, это переводится как в Коэлете, мы учили Эвель Эвелим, пар паров, то есть это, Эвель это как выдох, да, то есть это, ну, выдох это не,
Это просто такой, как пар такой легкий, да, исчезающий. Эвери, он к этому миру относился как к необходимости пройти этот жизненный путь. То есть он был духовно, он был в духовных мирах. В этом мире была только его биоскафандр, биотело вот это, в которое была включена его вот эта божественная душа, которая стремилась из этого скафандра выйти, потому что ему, в принципе, вся эта, ну, земля, это все это ему было не в радость, потому что что эти овцы там, какие-то травы, все вот это вот, ты должен тут работать всю жизнь, какой-то головняк. То есть он был полностью в духовных мирах. И когда у него была, появилась возможность освободиться от этого тела, да, от скафандра, Эвель ушел туда с радостью, потому что цадики, они уже при жизни, они уже находятся там, в духовном мире, их материальный мир не интересует. Это как раз есть очень маленькая такая прослойка людей, как потом был Раби Шимон бар Йохай, который был 13 лет со своим сыном в пещере, и они в пещере изучали Торы, им Бог открывал тайны Торы, они были, так как у них одежды не было, закопанные по шею в песке, чтобы одежда не портилась, и им Бог давал, там было рожковое дерево и родник, и они пили, есть до сих пор эта пещера, где они были 13 лет, и они ели эти плоды рожкового дерева, пили водичку и кайфовали, потому что у них им открывались невероятные тайны Торы, и они жили в полном кайфе 13 лет, никто их не трогал. Потом они вышли, правда, ну, начали обучать этим тайнам Торы, ну, там целая история, что дальше было. Сказал нам, еще раз давайте вернемся к Мишне, сказал нам Рабан Гамлиэль, сын Раби Иуда Анаси. Он говорит, яфе, прекрасно совмещать Талмуд Тора и Мдерех Эрец в какой-то пропорции. И он дальше объясняет. «Веколь Тора шеэн имам лаха, суфа птела вегорер этавон». Он говорит, и вся Тора, что нету вместе с ней работы, в конце концов птела, она становится, батель, это как исчезает, вегорер этавон, и она еще и вызывает грех. Вот здесь многие комментаторы, они объясняют этот отрывок как. Они говорят, смотри, значит, если человек вот так учит Тору, и нет у него никакой с ней вместе профессии, да, какой-то работы, чтобы он зарабатывал деньги, в конце концов, оно может привести человека, что это все обесценится, суфа птела, и она может вызвать грех. То есть, приводят такой пример, что он от голода, ну, там, не будет еды или что-то, пойдет грабить. Но это очень странный пример. В конце концов, может наоборот даже быть, потому что многие люди из богатства, они оставляли Бога, и из сильной бедности оставляли Бога. Ну, в общем, мы изучаем путь и совет Рабан Гамлиэля. Он сказал, что «Коль Тора шеэн имам лаха», всякая Тора, что нет вместе с ней работы, в конце концов, птела, она обесценится, исчезнет и вызовет грех. Дальше, то есть он все-таки советует, как бы его совет, это объединить Тору с работой. Теперь дальше. «Веколь ауским и мацебур». Дальше он дает нам третья категория. Есть вариант заменить работу на ауским и мацебур, на людей, которые занимаются нуждами общества, да, то есть депутаты, там, всякие люди, которые, асканим это называется, которые занимаются нуждами общины, хлопочут за кого-то, собирают деньги на выкуп пленных, то есть общественные деятели. Он говорит, и коля устим и мацебур, все, кто занимаются общественными работами, шию асатим и моим лишем шамаем, чтобы они занимались этими общественными работами во имя небес. То есть он предупреждает, что те, кто заходят в эту плоскость общественная деятельность, у них огромное появляется соблазн, огромный соблазн, почет, их благодарят все, власть, они начинают решать вопросы. Особенно представьте, там, например, было, когда черта оседлости до революции, были, например, евреев от общины еврейской, нужно было от каждых тысячи человек, нужно было посылать в год, по-моему, то ли 10 детей, то ли 20 детей в армию. И кто даже должен был это решать, кого посылать. А в армию посылали в 12 лет до 18 подготовка и с 18 на 25 лет в армию. Это же просто ужас, да, ребенка забирают 12 лет. И вот этот вот, те, кто занимаются общественными нуждами, у них есть большой-большой соблазн перейти в
почет, власть, там, взятки, то, все. Он говорит, «Веколя оским има цибур, шиё асатим имаем лишем шамаем», чтобы занимались нуждами цибура во имя небес. Нуждами общества во имя небес. «Весхут авотам исаэтан» и «заслуга отцов», про отцов, да, которые, в принципе, мы все знаем о Боге в заслугу про отцов Авраам, Ицхак и Яков. То есть не было бы этих трех замечательных людей, которые не просто сами нашли путь к Богу. Были до них те, кто знали о Боге очень хорошо. Были Шем и Эвер. Например, Яков, когда шел к Лавану, он 14 лет был в Ешиве у Шема и Эвера. Это Шем, это сын Ноаха. То есть это люди, которые знали о Боге, видели еще потоп. То есть они жили где-то там в тайном месте, и они занимались, вот они были хранители вот этого знания, но они были его хранители и никому его не передавали. И Яков, он у них поучился, потом пошел к Лавану, потом вот 12 сыновей, он все это передавал там. То есть про отцы, в чем их уникальность, Авраам, Ицхак, Яков, что они передали миру знания о Боге. То есть они, как бы получив это знание, они его распространили, весь мир знает о Боге через Авраама, Ицхака, Якова, потом Моисей, да, Аарон, брат его, вышли из Египта, значит, Тора там, ну и так далее. И так говорит нам Рабан Гамлиэль в этой Мишне, все, кто занимаются нуждами цибура, нуждами общества, чтобы занимались этим во имя небес. И заслуга отцов, отцов чьих? Отцов праотцов и отцов общества. То есть, когда ты занимаешься общественными нуждами, то есть ты как бы соединяешься с заслугами всего общества. То есть, если идет, например, вот была там раздача на весь народ Израиля. 2000 лет назад Бог решил, что из-за греха, беспричинная ненависть друг к другу, Бог разрушил храм и отправил всех в изгнание на 2000 лет. То есть, были ли там праведники? Безусловно, были. Во время разрушения храма был Рабан Йоханан бен Закай, были великие праведники. Значит, но их заслуг не хватило для того, чтобы, то есть, общественный уровень греха на тот момент был настолько велик, если в общем взвешивается все, что заслуг праведникам не хватило для того, чтобы перевесить эту чашу весов. И если человек занимается нуждами общества, вот как было раньше, например, засуха, да, выходит там мудрец какой-то главный, да, и говорит всем, так говорит, засуха почему к вам пришла? К нам пришла. Потому что Бог на нас гневается. А почему Бог на нас гневается? Потому что мы согрешили. А если мы согрешили, что надо делать? Значит, надо поститься, делать шуву, раскаиваться и молиться, просить Бога, чтобы Он простил, и тогда пойдет дождь. То есть, так говорит еще раз Рабан Гамлиэль, вот тем, кто решили заниматься общественными нуждами. Первое, занимайтесь во имя небес. То есть, занимайтесь не ради себя, а потому что это заповедь. Второе, тогда заслуга отцов общества будет вам в помощь, то есть будут добавляться заслуги еще тех поколений. Шискуда ватам исайтан, вециткатан умедет лаад. И ваша праведность будет тоже стоять навечно. То есть ты прицепляешься, вы знаете как, когда многие говорят там, почему у кого-то есть миссия, у кого-то нет миссии. Когда человек ставит себе миссию, миссия это жить ради кого-то, ради там других людей, ради мира, там, ради некоторых у них миссия котиков спасать морских, да, они живут ради морских котиков, но когда ты живешь ради кого-то, это называется миссия. И когда человек ставит своей миссией помощь какой-то группе людей, то он присоединяется на небе к какому-то потоку, то есть он уже как бы свое эго, свое я, он растворяет границы, он присоединяет себя к какому-то большому потоку общественного такого сознания, да, там, поколения, которые мечтали там о чем-то и так далее, да, то есть он как бы присоединяется, вот как, например, многие спрашивают, как нерелигиозные сионисты могли основать государство Израиль, но они были цепочкой, маленькими звеньями в
цепочке всех своих предков, поколений, которые были все до единого религиозные, которые молились три раза в день «Верни нас в Иерусалим», которые, где бы они ни были, они оставляли такой кусок стены, евреи везде, где они жили, они не строили постоянные дома, запрещено было строить постоянные дома. Если строили, оставляли кусок непокрашенной стены для того, чтобы всегда помнить о разрушенном храме. Во время каждой свадьбы, каждая хупа разбивали стакан и говорили, что даже если у меня сейчас веселье, но если я забуду о Иерусалиме, пусть отсохнет моя рука. Это евреи говорили все поколения, вот эти вот 2000 лет, когда были изгнаны Богом из Израиля. И, конечно, эти сионисты, которые говорили, что да, мы там в Бога не верим, или там как-то они жили в какой-то своей идеологии, но они готовы были жизнь свою отдать ради еврейского народа, то они все равно присоединялись вот к этому потоку, который уже, это как, знаете, как волна такая, которая сносила уже последние преграды, потому что, это же знание, которое 2000-летнее, оно же было изначально предсказано, что оно закончится скоро, и, скоро закончится в какой-то момент. И вот они как раз просто попали в этот поток. Не они сделали государство Израиль, они просто были вот этими винтиками, которые в этой машине, которая набирала ход 2000 лет, возвращение еврейского народа в Израиль, отстраивание Иерусалима. И сейчас мы уже на последних этапах, вот сейчас вот-вот прям с неба спустится третий храм, придет Машиах, то есть мы увидим все это в нашем поколении. И это то, что сказал Рабан Гамлиэль во второй Мишне, он говорит: «И те, кто занимаются общественными нуждами, пусть занимаются этим во имя небес. И тогда заслуга отцов будет вам помогать, и ваша праведность, она навечно будет стоять». То есть вы присоединяетесь, у вас не только будут частные заслуги, а когда вы занимаетесь общественными нуждами, тогда у вас будет прям, вы присоединитесь к этому потоку, который будет стоять вечно. «Ваатем маляни алейхем сахар арбе килу аситем». И я, говорит он, вот говорит Рабан Гамлиэль, получается, от имени Бога. И вы, он говорит, те, кто занимаются общественными нуждами, «Мали ани алехем, я поднимаю на вас сахар арбе». То есть он говорит, что на вас поднимается от Бога такая награда, как будто бы это вы сделали. То есть когда ты помогаешь тому процессу, который без тебя бы произошел, да, то не факт, что это твоя заслуга. То есть все равно, если человек занимается общественными нуждами, то заслуга идет, как уже он сказал, за предыдущие поколения. То есть это заслуга отцов помогает реализоваться какому-то проекту. Но если ты все равно был его инициатором, то тогда на тебя идет награда, как будто бы ты все это сделал. И в завершение я хочу рассказать историю, очень на меня когда-то произвела впечатление. Как-то это был год 37-й, примерно год, уже гонение, Казань, Рав Ицхак Зильбер, ему тогда было около, получается, 20 лет, он 17-го года рождения, где-то плюс-минус 37-й год, и он был Йом-Кипур, и они шли из синагоги, его отец, раввин Казани, старый очень шохет, которому уже было очень пожилой, и 20-летний Рав Ицхак, который был единственным молодым человеком в синагоге. Был там Бекоша Миньян, с трудом Миньян стариков собрался на Йом-Кипур. Евреи прямо были, или они искренне были коммунистами, антирелигиозными, или боялись соблюдать. Но как бы было понятно, что все, капец, уже иудаизм умирает. И единственный молодой Рав Зильбер, который непонятно было, на ком он женится, потому что религиозных девочек в Казани не было. Он потом женился на девушке из Куйбышева, единственная была, вот кто в его возрасте соблюдала в Куйбышеве. Так вот, и его отец раввин Казани, и Шохет, они шли, и Шохет старый плакал и говорил: «Все, говорит, умирает иудаизм, как же так, 2000 лет мы держались, и сейчас он умирает. А уже в следующем поколении уже Миньяна не будет, нет 10 человек, чтобы вместе молиться в синагоге, нету, один молодой». А отец Рав Ицхак, он был раввином, и он был из рода царя Давида. И он говорил: «Знаешь, говорит, для того, чтобы был Миньян, 10 евреев, которые будут молиться Богу, нужен всего один человек». Шохин говорит: «Как один человек?» Он говорит: «Нужен всего лишь один, который возьмет на себя вот эту вот функцию, миссию собрать Миньян. И тогда Миньян всегда будет. То есть нужен один, который захочет собрать и всегда соберется».
Поэтому с Божьей помощью, чтобы каждый из нас стал вот этим вот одним инициатором продвижения вообще божественного духовного света, увеличения его количества в мире, чтобы каждый из нас стал инициатором в каком-то, в своей форме именно общественных нужд, да, потому что когда вы кому-то помогли, это как сетевой маркетинг, то есть вы кому-то помогли, и дальше Бог на вас поднимает, кому-то бы все то, что сделали другие люди, кого вы привели к Богу, оно идет на ваш счет, на ваш счет, на ваш счет, то есть это очень хорошо. Поэтому помогаем порталу Ваикра, первое. Второе, делаем выводы из урока, то есть очень важно, тот, кто учится для того, чтобы делать, тому с неба помогут и учиться, и обучать, и запомнить, и делать. Сделайте 3 вывода и какой-то план действий, что вы собираетесь сделать, маленькое действие. Скажите только блинедер, все, что вы в духовном плане обещаете, это становится как бы обетом перед Богом, и поэтому нужно говорить блинедер без обета, если вы собираетесь сделать что-то хорошее. Все, желаю вам успехов, удачи, а я, перехожу к части Дерек Эрец, буду работать. Все, всем пока, счастливо.